User left your channel. Уже 1-3 высадились. 1-2 на точке высадки. Обновлю 7 метров. Кого-то есть бинокль лишний? Сейчас дам, подожди. User disconnected from your channel. Спасибо. Не знаю, там можно на машине, в принципе, проехаться и дымы откинуть дальше. Камикадзе можно одного упустить сюда. Камикадзе, мы движем 40. Двигаемся, да, по маршруту. Идем по... Идем азимут 60, идем по нему. Здесь противника не будет, они за зеленым не могут проходить. User joined your channel. Так, отсюда возьмем пит. На следующий зеленый. Впереди свои бегут. User left your channel. Так, это скорее всего по 1-4, так что аккуратней. Встречаемся восточнее, не будем по дороге идти. Восточнее, ребят, восточнее.
Бля, там осколки рандомные, блин. Прям возле ног падают. Не торопимся особо в триггер, то есть потихонечку по кустам осматриваемся. Тут справа низинку можно обойти хорошо. Холм как. Секунду, еще метки обновлю. Давайте на Азимут 5, тут следующие низинки. К зеленому, сейчас метку обнули, где мы точно. К зеленому маркеру. Так, метки актуальны, и дальше уже брать будет. Все, здесь аккуратно, мы на территории врага. User left your channel. Метку на противника на западе построили. User left your channel. И на севере далеко. Есть, если триггер будете видеть, отстреливайте прям смело туда. Метку у нас обновил. А Азимут 330 вдалеке наш? Давайте от дыма подальше все-таки. Запад не смещается. 150 от нас. Семерка работает.
если убьют, то метров 300 на ноль и триггер будет. User left your channel. Сканами триггер. Прям сразу. Все, дальше сами действуйте. Испугал. Пока что к своих видно. Слева можно обойти, здесь ущелье. Машинка белая. Слева низинки. User left your channel. User left your channel. User left your channel.